Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Сегодня, друзья, я вам покажу еще пятерочку полезных модов. На этот раз они действительно будут полезными, не такие, как ведро с картошкой. Хотя ведро с картошкой тоже полезный мод. Кто бы что ни говорил, например, с помощью такой херни можно спокойно вычищать у животных грязь, то, что они свинячат, еду разбрасывают, они мучаются трактором. Ну, ладно, в общем-то, пятерочка действительно полезных модов. Большинство из них будут именно в мультиплеере нужны. В общем-то, погнали. Первый мод на сегодня у нас называется Shop Search. Поиск в магазине. Добавляется здесь замечательная кнопочка поиска. Можно ее нажать и найти, например, Вальтру. И у нас все Вальтры появляются. Ну, допустим, если у вас дохрена модов, или вы поставили какой-нибудь мод и не знаете, в какой категории он находится, то, в общем-то, с помощью поиска можно легко все найти. Чтобы не рыться здесь вот по всяким группам, можно пользоваться поиском и, например, найти МТЗ. Но у меня МТЗ нету, поэтому, разумеется, он ничего не находит. В общем-то, полезная штука, я ее недавно для себя открыл только, потому что я редко ищу моды. А может, она и недавно появилась? Хотя нет, 9 февраля она загружена, причем обновленная версия. Хрен его знает. Ну, короче, вот такая вот полезная штука, вот легко она называется, поэтому да. Второй мод, который я хочу сегодня вам показать, называется Sea Bales, то есть видеть тюки. Короче, это хреновина, давайте мы создадим пару тюков, соломки, например, и здесь можно, не знаю, силоса, например, тоже круглых тюков насоздавать пару штук. Вот, они, короче, разбросаны, но представим себе, что это где-то находится в поле, причем поле очень большое, и хрен его знает, остались они или нет. Плюс представим, что у вас херовый компьютер, и графончик на максимум не выстроен, и вы действительно их не видите, если они далеко. Но если мы откроем карту, то на карте вот они здесь все отображаются, и вы без проблем сможете их найти. Если где-то потерялся в поле какой-то тюк, какой-то поддон, какой-то... Еще не знаю, что там может потеряться у вас в поле. Техника тоже, кстати, может потеряться, можете ее найти. А в общем-то, тоже довольно-таки полезная штука, поэтому вот так вот она называется. Итак, друзья, третий мод на сегодня, и он называется Full Stop, и пригодится он для тех, кто играет... скорее в мультиплеере и любит и ручками убирать урожай. Эта фишка при заполнении комбайна автоматически вырубает круиз-контроль, открывает трубу, чтобы вы не ехали и не топтали дальше урожай. Потому что, ну, знаете, можно провафлить этот момент. В обычном, так сказать, положении без этого мода просто комбайн выключается, но продолжает ехать дальше. Ну и, соответственно, портит ваши посевы, если у вас включено топтание и так далее. Вот эта же штука позволяет остановиться, и вы, в общем-то... Потому что у меня такое тоже часто бывает, если руками убираешь, тяжело уследить вот в правый нижний угол за наполнением. Потому что обычно о чем-то своем таком думаешь. Но, в общем-то, вот такая вот полезная штука, пожалуйста, пользуйтесь. Четвертый, друзья, мод на сегодня, довольно-таки тоже полезный. Тоже будет полезен в мультиплеере, если вы, например, работаете ручками с каким-то своим другом Валерой, разгружаете транспорт. Он позволяет синхронизировать скорость между транспортными средствами. Называется эта штука Vehicle Speed Sync. Соответственно, подъезжаете на разгрузку, нажимаете Left Control 4, и ваш трактор, на котором вы едете, будет ехать с той же самой скоростью, то есть он будет подхватывать скорость комбайна, который едет справа. Ну или вообще любого транспортного средства. Если вот он останавливается, то он останавливается полностью. Надо будет потом перезапускать. Но, в общем-то, штука полезная, если вы играете в мультиплеере с кем-то, чтобы не настраивать круиз-контроль, чтобы ехать вместе друг с другом параллельно там и так далее. Потому что иногда бывает так, знаете, комбайн износился, и у него максимальная скорость 9,5 км в час. То есть вы ставите у себя на тракторе, на грузовике 9 и едете медленнее, ставите 10, едете быстрее. И, в общем-то, чтобы вот этих всех конфликтов избежать, можно поставить такой вот модик и просто ехать рядом. И все. Нажимаете кнопочку, и они будут всегда ехать рядом. Ну и последний, пятый, друзья, мод у нас на сегодня. Он супер-мега простой, но полезный. Эта штука немножко изменяет
ваш худ, если у вас заканчивается топливо. В правом нижнем углу появляется вот такой вот значок. Начиная там, по-моему, с 10 или с 20% оставшегося бака, он загорается, и это, по крайней мере, бросится вам в глаза. Потому что лично, на мой взгляд, худ сделан неудобно. То есть в 17-й ферме в прошлой заканчивалось топливо, оно начинало гореть красным. Здесь, ну, реально можно не заметить это. У меня часто такое бывало, что я не замечал, что топливо заканчивается. Но с помощью вот этой штуки, ну, теперь это, по крайней мере, будет бросаться в глаза. Да, называется эта штука Fuel Gauge Signal. Ну, как по мне, она полезная. Да. Ну и, друзья, в общем-то, на этом на сегодня все. Пишите ваши комментарии по поводу этих модов. Кто чем пользуется, кто не пользуется. Можете еще накинуть... скажем так, не знаю, это на обзор, не на обзор, но в какую-нибудь подборочку, если что-то полезное есть, то пишите в комментариях. Про лайки тоже не забываем, если на канал не подписаны, то подписывайтесь, потому что впереди 22-я ферма, плюс будут розыгрыши лицензий, без этого тоже никак. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Ну и у меня на этом все, с вами был Никита Дилей, всем покаки!